Время 9:07. Итак, мы справились с вами со всеми сорняками, которые здесь были на 60-кубовом вермисептике. Вот так я их уложил на том месте, где будет дорожка. И теперь весь линолеум, который у меня имеется в наличии, бросаем сюда на этот потенциальный корм. Такие вещи, которые не скользкие, в последнюю очередь пойдут. Так, перемещаюсь по этому линолеуму. Остальные кусочки набрасываем с вами. Сначала маленькие. Все, что есть. Ну, и теперь можно большие. Вот тут у меня и развернем. Это двумя руками буду делать. Все это будет съедено червячишками, даже без полива. Время 9:20. Как видим, все укрыто несколькими слоями линолеума, резиновыми коликами, не скользкими, когда по ним перемещаюсь, и свободно пространство для посадки помидор, чем я сейчас и займусь. Ну вот это палочки лежат для их подвязки в перспективе. Это будет очень скоро. Сажаем сначала первый ряд понизу вот здесь, потом второй ряд, третий, а и потом переходим на восточную сторону. Посадочный материал у меня вот тут готов. Итак, поехали. Так, первое, что я сделал, это канавку вот здесь. Пролил ее двумя аллейками 10-литровыми воды. И теперь можно высаживать эти помидоры. Время 9:50. Высажен второй ряд помидор. Хорошо пролитую канавку. Вылита вся теплая вода из этой емкости. И теперь можно снова ее наполнить. Как видим, 150-литровая. Ну, конечно, предварительно помою ее. Ну и пора на второй завтрак отправляться. Помидоры у нас вот здесь. То, что осталось после завтрака, займусь их высадкой. Такой бурьян был на вермисептике 60-кубовом. И теперь, как видим, осталось только под ветками, где он мне абсолютно не мешает. Ну, берем щетку и моем 150-литровую емкость. Время 11:04. Как видим, все, что
запланировано, сделано, емкость помыта и набрана. Теперь остается только ее выровнять. Нужно сделать, чтобы нижний край был вот здесь, где шланг, а не там. Лучше перелива, чтобы все шло сюда. Ну и можно начать, вернее, продолжить посадку помидор следующего ряда. Чем я сейчас и займусь. Время 11:33. Сделана очередная борозда или канавка. Хорошо пролита водой. И теперь можно сажать остальные помидорчики. Время 11:56. Первые 150 литров вылиты. На второй ряд в том числе. И, как видим, я подложил здесь наведенную макулатуру, чтобы сделать южный край ниже верхнего, вернее, северного. На время обеда. Скоро подруга туда подойдет, а я займусь пока третьим рядком. Вот здесь вот, с восточной стороны. Время 12:17. Как видим, все помидоры высажены. Ванночка пустая. Емкость почти набрана. Помидоры высажены в один ряд с восточной стороны и три ряда с южной. Ну и вот видим, что нужно еще поднять с восточной стороны емкость. И вот здесь с западной, чтобы у нас перелив шел только через южную сторону. Ну посмотрим, куда он сейчас пойдет. Ну, очевидно, что пойдет вот здесь, через западную сторону. Значит, надо поднять еще чуть-чуть. Для этого у меня тут вот пошло. Для этого у меня здесь пенопласт. Но время 13:00. И, конечно же, все эти посадки сегодняшний помидор нужно притянуть хотя бы на пару суток. Для чего я принес вот эту пленочку. Время 13:04. Посадки помидор притянены. Пленка зафиксирована. И теперь снизу еще надо ее зафиксировать. Все будет в порядке.